Не, ну он немножко хотя бы тенек. Сука, что вы хотите делать? Они хотят с помощью присоски Пикачу отсосать экран опада. Зачем? Айробота. Чтобы его разобрать. Зачем? Чтобы его починить. А, он помнит? Да. Там нужно отключить. Что-нибудь должны несколько ног на микросхеме. И тогда мы будем быстрее прошли. Все проблемы его открыть. Соси. А он точно? И поменяй выдыхай барьер. Не сосется. А он точно открывает экран, как она будет? И вот так вот. Да, тут только у них там присоски более профессиональные. Ну да. Для открытия вот этих вот айподов, айпадов. Похоже, все-таки фейл. Боюсь, тебе самому придется отсосать у него. Не. Здесь надо несколько Пикачу сразу. Да. Групповой отсос Пикача. Не, похоже, все-таки это фейл. Наложи ее маленькую. Может, мы не в том месте просто его открыли? Пистолет на нее хочу, да? Не в том месте, то есть надо выйти на улицу и открывать там. Зачем я его прошивал? Зачем ты его прошивал? Понимаешь, бывает это так, что это идиот. Хотел Android 1.5. Какой там был в оригинале? 1.5. Я хотел просто там кастомную прошивку поставить. Ну, если только. Кстати, на нем идут клевые эмуляторы 3D. Эмулятор 64, 3D замечательно работает. Ну, чем понял.